все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области пасмурно и облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, днем от 15 до 20 мороза, ночью теплее 9-11 ниже 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем минус 16, в темное время суток 9 ниже 0. Юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем минус 15, ночью 10 с минусом, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, в дневное время минус 14, ночью минус 11 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.